Лунгаринга, участник первенства мира в Венгрии, кандидат в мастера спорта Александр Романчук, город Мариуполь. Синий Лунгаринга Дмитрий Бышев, город Донецк. Участники соревнований и все желающие прикинуть свой вес могут это сделать на восьмом этаже дворца гостиницы «Шахтер». Повторяю, прикинуть свой вес можно сейчас на восьмом этаже гостиницы «Шахтер». Где будет взвешивание завтра? Да. А я напоминаю, что взвешивание завтра будет с 8 до 9 в юности. Во дворце «Молодежь и юность», в котором проходят наши соревнования. Юлечка, мы поняли. Обращаюсь.
бросает, Санек. Подними руки. Готовится к выходу в ринг 26-й паре боксеров. Я представляю судей этой пары. Рефери судья международной категории Александр Красько. Боковые судьи Виктор Дудин, Владислав Засыпко, Мили Габрилян, Юрий Белых и Александр Кашуба. А в этом поединке со счетом 16-4 победу одержал кандидат мастера спорта Александр Романчук, город Мариуполь.